Всем привет, ребятки! Сегодня вышла новая выживалка морская. Похожий вид уже я играл в выживалок. И я ее сейчас посмотрю вместе с вами, потестим. Так. Да, точно похожий вообще играл, проходил полностью, но это сделали клон. Вот тут что можно строить, крафтить. Ладно, давайте немного побегаем, посмотрим. Костер. Костра. Заберем палочки. Это что тут у нас такое? Ага, это рюкзак я взял. А, вот сюда, по-моему, да? Угу. Место добавилось. Прям вообще так шикарно добавилось место. И рюкзак такой, смотрите, огромный. Ух ты, как она плавает. Ну ты не утони еще. Так, есть какие-то квесты. Да? А, компас есть. Карта есть большая? Есть карта. Смотрите. Карта острова. Ну, немного пробегим по острову. Посмотрим, что здесь такое, да? Мыши бегают. И карта даже похожая на то, что я играл. Так, бутылочки. О, мышу поймала. Так, вот здесь как-то нужно бутылки. Не помню как. Да они сами будут заполняться. Вот хоть тебе не помню. Как здесь делать? Ну пока оставим, а там посмотрим чуть попозже. Так, тут у нас клетка закрыта. Удочка. Удочку забрал. А это что? Червяки. Попробуем половить, что ли. Угу. Ну, поймал что-нибудь или нифига? А нифига не поймал. Как тут еще подсекать-то рыбу? Но вот этого не было в тех играх. Рыбалки не было. Так, вон стая рыбы, вижу, плавает. Ну. Ладно. С рыбалкой мы чуть попозже разберемся. Еще одна удочка, еще червяки. Все это заберем. Так, тут крысы. Ага, здесь я забираю все. Так. Еще надо посмотреть вот тут вот что-то. Все забираем. Нифига себе, сколько всего. Сейчас места даже не будет. Да, прям тут целый ворох. Так, так, нормально насобирал. Это кто тут? Поросята. Тихо, не надо удочкой. Стоп, стоп, все. Ну. Ну, кулаками я так долго их буду бить. Надо скрафтить какой-нибудь топорик. О, лопата. Так уже лута набрал. Хорошо, это что? Лук. Стрелы. Так, собирай все. Стрелы все собрал. Я не знаю, все набираю. Сейчас скоро места не будет. Так, лук, где лук? Лук сюда, лопата сюда. Сейчас пробегусь круг по пляжу и попробую хрюшек завалить. Так, это что тут? Топор. Куры.
Да, ты офигел, смотрите. Петух кинулся. Нифига себе, борзый петух, а. Все, нет петуха. Так, это что тут такое? Еще один каменный топор мне не нужен. Ну и вроде все, оббежал по кругу, да? Что тут я еще не посмотрел? Сейчас попробуем наверх залезть, посмотрю, что тут. Да, офигенное. Еще нашел сразу ружьишко. Классно. Так, а здесь? О, кирка. Да тут сразу валяется все, что надо для выживания. Можно было ничего не крафтить. Так, теперь смотрим, что тут. Кирку сюда. Ружье сюда. И все, у меня почти все полно теперь. Теперь надо будет что-то построить. Здесь я был, здесь я смотрел или... Так, а что тут на этом острове никуда нельзя будет пройти? Телепортироваться там или еще что-то? Квест есть, какие-то задания или... Слабенький такой клон всех игрушек. Так. Что с водой? А нифига с водой. Так. Ага. Куда только вода девается? Ничего не понял я. Так, вот она вода пошла. Что-то, что-то заполнилось. Ну и нормально. Серая. Песок. Это удобрение. Стекло. Камушки. Так, ну, интересует, наверное, меня и вас сама система постройки. Поэтому сейчас немного срублю деревьев. Они в любом случае нужны. И немного построил. Где палки-то? Кокосик. Ага, места, наверное, у меня нету, да? Ну, конечно же. Места у меня нету. А чтобы построить, мне нужно... Молоток, наверное, будет, скорее всего, нужен. Маленький ящичек. Что тут нужно? 15 есть, 15 бревен. Где же фундаменты? Так, ну ладно. Сейчас я это сделаю. Молоток, посмотрим дальше со стройкой. Угу. Места нет, а зашибись. Куда бы все бросить, а? Если в бочку какую-нибудь. Так, сейчас я золотишко, наверное, что тут вот сбросить мясо уберу пока, звезду уберу, перец тоже, вот так. И молоток в руки. Так, первый его быстрый слот, и как строить? Ну. Как строить-то? Тотем. Вот интересно получается, как же здесь строить. Где-то же должен быть какой-то фундамент. Или он тут не присутствует в игре?
А, вот он. План постройки. Ну чё ж я не сообразил-то. Так, теперь его берем на место удочки. Не хотит браться. Так. Вот она. Получилось, где фундамент. Сейчас вот тут маленькое жилище построю сразу. Вот так отлично будет. Все, и наверное нету больше у меня этих, да? Нет, есть. Я думаю, больше нет у меня досок. Ну, конечно же, нет, закончились. Пойду быстренько порубаю еще доски. Ну так, игрушка, я говорю, для детишек вполне подойдет. А я в такую уже играл. Скучно тут, скорее всего, будет. Можно часик-два залипнуть. И на этом все. Почему я только не вижу заданий никаких. Ну и что? А чего здесь нельзя поставить? Так, а нельзя поставить, наверное, потому что тут вот маленький такой баг, скорее всего, да? Да. Вот она не дает взять место. Сейчас золото все поскидываю. Это еще бутылки ненужные. О, сейчас как раз проверим, влияет ли это или нет на постройку. Да, смотрите, влияет. Раз. Блин, опять доски закончились. Да вы че прикалываете? Самое главное в выживалках это доски, которых вечно не хватает, и бревна. Вечно нет этих досок, бревен. Сейчас еще нарубаю сразу побольше. Ох, тут вот всего теперь набрал выше крыши, да? Так, а кокос, где мой кокос? Кокос. Этот кокос пропал. Один хороший. Так, а как его съесть? Угу, добавил немного жизни. А здесь уже все. Не построю, да, ничего. Ну, в принципе, такого домика, наверное, хватит. Если так еще не сделать вот так. Ну, а смысла я не вижу смысла. Тогда мы просто поставим здесь лесенку. Вот так. И вполне нам здесь этого хватит. Так. Дверь. Окошки. Маленький скромненький домик будет у нас. Все, закончилось опять все, да? Короче, надо поймать, наверное, мышу. Угу. И сейчас в костре ее зажарю. Если получится, как это сделать, сейчас посмотрим. Так. А на чем она горит? Ага, вот включил. Жарится мясо. Гнилой кокос валяется. Сейчас я пойду еще поймаю. Так, и добавлю еще. Все, пускай жарится. Жарится на угле, наверное, да? Так, вот я приготовил мясо.
Надо ее съесть теперь. Как жизнь-то добавилась. Нормально теперь. Водички попьем. Пошла, пошла. Заполняется шкала еды, воды. Ну, это мясо с собой. И выключаем. Ну что, сейчас еще, наверное, построю я ящичек хотя бы. Так, где-то тут я видел ящик. 15 бревен надо. Зашибись, у меня сейчас сломался топор. А где-то здесь был. Вот он. Быстро он вышел из строя. Ящик. Сейчас куда-нибудь его поставлю. Да, вот здесь поставлю возле дверей. Ну, все. Так, а что ящик не открывается? А, все, открылся. Теперь скидываем туда весь ненужный хлам. Пока я не знаю, для чего мне это все. Места немного. Но все же так, железо, песок. Мне уже почти ящик заполнил, да? Не, нормально. В общем, ребятки, вот такая вот игрушка. Я попробую рыбку половить. Мне интересно рыбу поймать. Так, а что? А, я червяку, наверное, скинул в ящик. Ну, зачем? Конечно же. Ну, прям можно из дома ловить, но с дома не будем ловить все-таки. Вот так вот. Есть, поймал рыбу, смотрите, а. Не поймал. Тут так сразу не поймешь. Делаю скриншотик. Ну, с рыбкой понятно. Теперь ее можно приготовить. О, аж 3 штуки поймал. Нифига себе. Пускай рыба готовится. А я пока скушаю это мясо. Почему я не вижу никаких квестов здесь, а? О, тут еще уровни, смотрите. Магические всякие уровни какие-то. Одежда. Вот, а у квестов не ощущаю. То ли что-то не так я делаю. Так, рыба. Все. Рыбу приготовил. Выключаем печь. И надо дальше-то делать, да? Стол. А что нужно, чтобы стол сделать? Так, печка, кровать.
30 дерева. Короче, дофига тут всего. Но, ребятки, я же повторяюсь, в такую игру, в принципе, играл, только там были квесты, задания. Тут я не вижу никаких квестов, заданий. Поэтому это, наверное, будет маленькая часть того, что можно поиграть. Сейчас порося завалим. Да стой ты. Ну, здрасте. Тонешь. Блин, еще. О, мясо. Мясо чуть было не пропало. Вот. И что, как отсюда можно будет выбраться куда-то, я не знаю, на другой остров попасть. Потому что в предыдущих играх, похоже, было какой-то телепорт. А тут ничего, вон топор еще появился. Тут, короче, сами появляются ресурсы, топоры всякие. Да? Вот. Сейчас как бы сделать скриншот. А никак она не поворачивается. Только вот так. Ладно, тогда я сохраню ее, мало ли вдруг зайду. Все. И буду выходить, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Ну и все тогда. Всем пока-пока.